Всем привет. Ну вот пользователь один поинтересовался. Значит, у него на Linux работает интернет с перерывами. У меня у самого такая напасть была. Полетел мой старый адаптер. А другой работал только на Windows. На Linux там каждые там 2-3 минуты приходилось его вынимать из гнезда и снова вставлять. Вот. Но я тут не стал долго мыслью по древу ползать. Набрал там в поисковой строке, какие являются там наилучшие адаптеры для Linux. Они не столь дороги, поэтому вполне. Значит, вот, нашел парочку там рекомендаций. Вот у меня на кроке, значит, здесь имеется специальный файлик. Вот такой я адаптер себе приобрел. Вот тут видите, в самом низу написано Linux 2.4 или позже. С какими ядрами. Вот. Ну, приобрел я его, вставил. И у меня сразу Linux заработал из коробки. То есть ни драйвера там не нужно было, ничего. Хотя прилагался к нему маленький такой установочный CD-диск микро, малышечка. Но я его использовал практически только для того, чтобы, скажем так, на винду поставить. Вот на винду я, значит, зашел вот в эту папочку, скачал этот файлик. И он у меня, значит, и на винде нормально заработал. Поэтому сейчас практически у меня две системы, там и винда, и Linux, сидят на одном адаптере. И, как говорится, очень мирно друг с дружкой уживается. А предыдущий адаптер TP-Link, по-моему, у меня там был, тот только был заточен под винду. Поэтому, значит, вот всегда, когда вы переходите там на операционную систему, всегда, значит, вот смотрите. Вот ссылочки, значит, вот здесь вот даны, они есть на форуме. Тут, что пользователи тоже посоветовали, какие только там кувырки через голову, как говорится, не делали. Оптимальное решение, я считаю так, что если адаптер барахлит, значит, ну что, ну нужно просто взять, попробовать другой адаптер. Вот практически и все. Ну, а сейчас я перескочу на Linux и посмотрим, как он работает на Linux. Ну, а вот так вот все это дело выглядит, значит, на Linux. То есть вот тут кое-что там по экрану бегает. Ну что я могу сказать? Загрузился и стал работать адаптер сразу из коробки. Никаких драйверов там не устанавливал я, ничего. Просто-напросто взял и стал работать. Вот и все. Поэтому и говорят, что из коробки. Хороший адаптер, поэтому, значит, у кого проблемы, значит, с беспроводной сетью, я не могу вам гарантировать, что у всех он будет там работать, это надо проверять. Ну, по крайней мере, с продавцом всегда можно будет договориться, что если, допустим, на этом адаптере ваш компьютер работать не будет, вы можете ему, значит, продавцу отнести этот адаптер старый, или который не работает, поменять его на другой, подобрать тот, который у вас будет работать. Вот практически и все. Поэтому, значит, вот все вот эти вот песни, значит, ой, да вот у меня там, и вот начинается, значит, там поиски там драйверов там и так далее. Ну, померьте моему опыту, потому что у меня стоял адаптер, который длительное время, скажем так, меня устраивал, пока, так сказать, просто-напросто не приказал долго жить.
Был у меня другой адаптер, который работал только на винде TP-Link. Вот. Я с ним помаялся немножко, там посмотрел, значит, там поискал там драйвера к нему. Ну что, не работает. Пошел и взял другой, вот и все. Поменял на тот, который работает. И вы, как говорится, результаты, значит, видите. Вот, значит, практически у меня на кроке, значит, я сделал специально, значит, для винды есть Wi-Fi драйвера, а вот для Linux. Это просто этот маленький CD-диск, значит, я папочки скопировал Wi-Fi для Linux и для винды. Вот и все. Вот Wi-Fi драйвера. Правда, сюда я еще включил эти маковские. Не знал, куда их засунуть. Но у меня их, я даже их не подключал. Вот просто вставил, и у меня все заработало. Понимаете как? Нормально, хорошо все заработало. Вот так вот он называется. Вот приписочка внизу, видите, Linux 2.4 или старше. Ну, сейчас вон у меня уже 4.12 стоит, как говорится, старше. Все равно все принимает, работает. А скорость вполне приличная. На расстоянии, там я уж не проверял, у меня, в принципе, ну, где-то там 30-50 метров мне хватает внутри помещения использовать его. А поэтому, как вариант, ну, могу предложить вам попробовать и его. Хотя можете сами взять, поискать, вот вам три ссылочки. Существуют самые различные Wi-Fi адаптеры, которые, значит, практически цепляют очень и очень даже хорошо Linux. Вот. Вот он у меня цепляет и очень даже, скажем, прилично цепляет, и, в принципе, меня это устраивает. Вот. А у многих бывают вот такие проблемы, что на винде работает, на Linux нет. И начинается танцы с бубнами. И вот человек тут массу времени потратил, ну понятно, не хочется тратиться, чтобы взять другой адаптер, все-таки деньги стоят. Но если сравнить затраты и время, самый оптимальный вариант, вот, ну, поверьте моему совету, скажем так. Просто-напросто смените адаптер и посмотрите, как он будет работать. Вот и все. Потому что обычно Linux, они очень и очень даже хорошо цепляют беспроводную сеть. А если начинаются вот эти вот разрывы, там, если вам приходится вынимать адаптер из гнезда, снова вставлять его, он там начинает работать пару минут, опять прекращает работу. Ну, это первый признак того, что просто-напросто не надо мудрствовать лукаво, просто меняйте адаптер. Вот и все. Ну ладно, я желаю вам всего самого доброго и наилучшего. Значит, вот такой вот маленький мой вам совет по адаптерам для беспроводных сетей. До новых встреч!